Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наверное, сразу уже обратили внимание на необычность нашего сегодняшнего интерьера. Действительно, сегодня будет необычная передача. У нас в гостях Светлана Черномаз, мастер художественно-классической вышивки лентами. И мы договорились с ней, что сегодня будем не только показывать вот эту красоту, с которой она пришла к нам не с пустыми руками, но и пообещала Светлана, что будет открывать некоторые секреты своего мастерства. Правильно. Обратили внимание, наверное, у нас есть телефон прямого эфира, вы видите его в углу экрана сверху, можете звонить к нам на протяжении эфира, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору, может быть, у вас возникнут вопросы, так сказать, к нашей гости. Итак, Светлана, ну, давайте, так сказать, расскажем вообще о том, что же это такая за техника художественная классическая вышивка ленты. Художественно-классическая вышивка лентами — это вид творчества, который перевернул всю мою жизнь. Я вам хочу сказать, что этот вид творчества настолько яркий, настолько эмоциональный, настолько красивый, что я его могу сравнить по ощущениям с одним из направлений в испанском искусстве, которое называется фламенко. Ну вот давайте вы расскажете вот об этом искусстве, расскажите вообще о предыстории вот рождения этого вида искусства, и мы посмотрим видео, где есть ваши работы, заодно наши зрители послушают нас и полюбуются вашими работами. С удовольствием. Да, пожалуйста, пожалуйста, говорите. Фламенко. Это язык сотканный из музыки, слов и движений. И каждый говорит на нем по-своему о том, о чем болит твоя душа, о чем мечтает твоя душа. И в этом очарование, в этом магия, в этом неповторимость фламенко. И прежде всего я хочу сказать о том, что фламенко раскрывает душу не сразу. К нему нужно присмотреться, его нужно понять. Настолько все взаимосвязано, настолько все внутри кипит, бурлит. И я смогу сравнить этот вид творчества с морской стихией, в сочетании с вечерним бризом нашего вечернего моря. Я хочу сказать, что главный секрет вышивки лентами заключается в том, чтобы не бояться жить, не бояться творить, не бояться идти вперед, ошибаться и наполнять свое сердце как можно большими чувствами, и потом щедро дарить людям все самое ценное. Вот сейчас вот просматривают это видео, вы знаете, даже не верится, что это все лента, это все объемное, что это не живопись там маслом, предположим, а это действительно все рукотворное, буквально вот каждый поворотик вот этой ленточки, каждый стежочек, это все пальчиками выписано, это все вот, так сказать, таким образом скомпоновано. Ну вот как раз сейчас вы смотрите картину «Фламенко», которая заняла первое место на международном конкурсе мастеров. Я участвовала впервые на такой площадке. Меня пригласили уже как мастера. И я вам хочу сказать, здесь использовано было несколько техник. И, мы эту работу еще отдельно посмотрим, да? Она у нас есть еще отдельная фотография. Это вот мы смотрим видеонарезочку, которая сделана из ваших работ. Это одна из... Вы говорили, что вообще вот это, сам вид вот этого искусства, он вообще глубоко корнями лежит в истории, да? Вот. В истории, да. Откуда вообще, так сказать, пришло это? Ну, сначала появились истоки, уходят в глубокую античность вышивки лентами. Сначала появилась веревка, сделанная из растительных волокон. На смену ей пришла тесьма. И потом пришло время, когда стали появляться первые ткацкие станки, и они подарили нам, Ее Величество, шелковую ленту.
И именно вышивка шелковой лентой называется вышивкой высокого стиля. Ее называют дворянской вышивкой, ее называют вышивкой королей, потому что именно благодаря французским королям, а именно Людовику XV, она получила такое большое признание. Потому они лентами украшали свою одежду, и кроме этого из лент делали картины тоже. Да, в период рококо дамы очень любили свободные платья и украшали их лентами. А розочки а-ля рококо появлялись на корсетах, они появлялись на туфельках, они появлялись на сумочках этих дам. И сейчас шедевры вышивки шелковой ленты хранятся в лучших музеях Европы. И вышивка ленты из Франции перекочевала в Англию, а уже позднее она завоевала сердце и американцев. У нас этот вид творчества пришел к нам не так давно. И увлек... То есть вы съездили во Францию, в Англию, в Штаты и привезли это к нам в Одессу? Нет, Саша, именно Франция покорила меня. Именно в музеях Франции я увидела такую красоту, от которой душа моя просто петь начала. И я поняла, что настанет время, и я изучу этот вид творчества. А как вы овладевали техникой вот этой? А техникой, как я овладевала, я просто был очень напряженный период для всех нас. Это конец 2014 года, когда, наверное, сердце было неспокойно, когда душа плакала, и... Я искала выход своим эмоциям. И я поняла, что я должна занять чем-то свою душу. Я должна выразить свои эмоции. Я должна творить. И первую работу... И утверждать красоту, в конце концов, этой жизни. Правильно. Да? То есть это и своеобразный переключать, гимн. Переключать. Психологи правильно говорят. Начни роман сам с собой. Мне очень нравится это выражение. Назначай себя. А у нас вот здесь это одна из самых первых ваших работ. Одна из самых первых работ. Эта работа называется «Мамин день». Я купила ленты. Я стала делать букет. И я себе сказала, если ты справишься, и тебя порадует результат, значит, ты будешь этим заниматься. И как раз эта маленькая работа была сделана к дню рождения моей мамы. Даже капелька моей крови осталась на одном из белых лепестков. Что иголочкой вот укололись? Да, конечно. С этого началось мое творчество, и уже остановить было меня невозможно. Я поняла. Вот прошло буквально два года, уже в 2016 году вы дважды стали лауреатом международных конкурсов. Вот у нас есть фотография одной из этих работ. Вот давайте мы сейчас на нее посмотрим. Давайте. И вот расскажете, что это за работа. Это первая моя работа «Свечение». Она сделана была не для конкурса. Я просто делала дипломную работу. Я училась и продолжаю учиться у мастера из Англии Инны Бёрд. И так родилась картина, которую я назвала «Свечение». Я люблю учиться у мастеров, но всегда люблю идти своим путем, потому что копировать мастера мне неинтересно. Копия всегда будет хуже оригинала. Поэтому я сделала свою работу. И нужно было так, наверное, судьбе, чтобы именно... В этот период, когда работа была закончена, меня пригласили участвовать в международном конкурсе в рамках галереи, где площадка именно для мастеров-профессионалов, и именно ты участвуешь инкогнито. Твою работу не под псевдонимом никаким. Твою работу не должны видеть в соцсетях. Твою работу вообще никто не должен видеть. И ты
выбираешь категорию, в которой ты участвуешь. Ну, по своей скромности выбрала категорию, в которой я участвовала. Это уверенные шаги. Но когда организаторы конкурса увидели мою работу, они сразу обратились ко мне с просьбой участвовать в категории «Мастер». Для меня это, конечно, было... То есть вы не замахивались так высоко? Да? Я даже и не ожидала. Я им написала, почему такие фамилии, которых мастеров я перечислила, участвуют в категории «Только уверенные шаги». А у меня стаж-то небольшой, 1,5 года, и вы меня берете в категорию «Мастер». Мне объяснили так, что вам слишком легко будет победить в категории «Уверенные шаги». Светлана, а вот эта вот работа, которая возле меня, вот давайте мы ее тоже покажем. Что это за работа? Расскажите о ней, пожалуйста. А эта работа специально созданная мной, живая работа, которую я назвала «Ля Флёр». И сделала специально к сегодняшнему эфиру. Мне хотелось прийти в студию и принести запах лета, краски яркие, подарить вам всем хорошее настроение и показать работу в пяльцах. Вот так начинаю я свой творческий процесс. И вот так его заканчиваю. Самое интересное, что творческий процесс начинается с того, что мастер выбирает прежде всего картину, по какой бы он хотел работать. Картина эта печатается на ткани. Это можем показать, да? Лен. Вот эта ткань. Это лен. Вот. Или габардин в данном случае. После этого вы подбираете это интересная часть творчества. Вы подбираете и знакомитесь сейчас, телезрители, с ее величеством шелковой лентой. Вот эта вот картина, это Барбара Мок, это американская художница, да? Барбара Мок. У нее изумительные натюрморты, они очень трогательные, они весенние. И недаром ее принесла сегодня вот именно этот принт с тюльпанами, потому что... Это весна, это вдохновение, это рождение нового, рождение светлого. Это... Вот еще одна, да, вот мы сейчас показываем еще одну тоже заготовочку. А это для того, чтобы вышивать, обязательно нужно отпечатать картину на бумаге. И уже ты работаешь с картиной художника, позволяя себе возможность не всегда брать за основу картину художника и в то же время играть красками. Да. А играть красками тебе позволяет возможность прежде всего показать глубину, показать... 3D-эффект выразить в лентах. Как сказать современным языком? Да, и удивительно, конечно, оптически очень удивительный эффект возникает, когда смотришь на это, потому что объем и вот этот яркий, очень плотный цвет – это потрясающе. У нас есть еще вот две большие ваши работы под стеклом, вот, которые здесь у подножия, так сказать, нашего постамента. Тоже пару слов об этих работах. Первая работа «Мелодия любви» – это работа, сделанная специально к дню рождения моего мужа. Это я хотела в этой работе показать всю красоту осенних, именно осенних роз, выразить все свои чувства, всю свою любовь, вложить в эту картину и наполнить ее счастьем, радостью и преподнести в день рождения своему мужу. Следующая картина, которая стоит, это «Ирисы». Эта картина уже, она сделана немножечко в другой технике. Она очень трогательная, нежная.
она очень воздушная, и она является одной из моих любимых картин. И очень интересно, что когда ты вышиваешь, у тебя рождается сразу название этой картины, и ты уже представляешь, почему именно сиреневый рассвет. Потому что краски природы – это самое прекрасное, что существует в нашем мире, что наполняет наше сердце. И в вышивке лентами нужно быть очень наблюдательными, нужно с природой уметь дружить, уметь природу впускать в свой внутренний мир и уметь раскрывать секреты. Тут еще, знаете, что очень важно, мне кажется, что вот это совершенно потрясающая вещь, заключается в том, что ведь каждая лента, она содержит один цвет, она не содержит полутонов, переходов, оттенков, содержит, Саша. Вот, но просто при помощи вот совершенно различных ленточек вы делаете вот эти переходики очень плавные. Саша, вот поэтому... В вырезах это, кстати, очень... Поэтому я вам хочу сказать, есть ленты однотонно окрашенные, а есть ленты секционно окрашенные. Так вы их сами окрашиваете, да? Саш, вот это готовые ленты, они меланжевые. А, давайте я их покажу. А я люблю работать вообще с белыми лентами. И когда я работаю с белыми лентами, существуют определенные краски по батику. И я сама тонирую каждую ленту. И получаю неповторимые тона и оттенки, которые придают моей работе индивидуальность и особый почерк. Поэтому вышивка лентами – это увлечение, я думаю, которое наполнило мое сердце, которое раскрыло меня, которое показывает весь мой внутренний мир. Ну а с другой стороны, это же должна быть колоссальная усидчивость, да? Ведь это монотонная, многочасовая работа. Вы не устаете? Саша, нет. Этим видом творчества можно заниматься только тогда, когда у тебя есть вдохновение. Заставить себя очень тяжело, но когда существуют рамки конкурсные, тогда, конечно, ты работаешь 24 часа в сутки, потому что ты работаешь на результат. Ты хочешь, чтобы твоя работа ожила. Ты хочешь наполнить жизнью каждый цветок. Я прошу прощения, у нас время очень быстро уходит. У нас 5 минут до окончания эфира. Давайте буквально пару минуточек. Вот что за корзиночку вы принесли? А что в этой корзине? Корзину я принесла для того, чтобы вам сказать, что существует 5 секретов вышивки лентами. Какие это секреты? Это прежде всего пяльца. Это прежде всего специальные синильные иглы. Они идут с длинным ушком и очень тонким кончиком. Это ткань габардин или лен, которую мы показывали вам. Это, конечно, ножницы, которые необходимы для этого творчества. Так, ножницы и тоже какие-то особые очень. Ножницы особенные. Нужно всегда работать и не жалеть для своей работы самых лучших инструментов. И, конечно... Видите, я уже в птичку поигрался немножко. Эти ножницы называются журавлик. Журавлик. И, конечно, самое важное – это Ее Величество шелковая лента. И я вам хочу сказать, что из шелковой ленты можно не только делать картины, но еще можно делать украшения, которые сейчас очень в моде. И можно носить это украшение и как брошь, и как заколку. А сейчас
на последней неделе моды в Милане показывали, насколько модны теперь стали розочки а-ля рококо на туфельках современных женщин. Да, Саша. Да, то Саша. Есть, почти вот так. Почти, почти. Поэтому я хочу сказать, что вышивка рождает много еще новых идей. Поэтому я была первым изобретателем вот таких вот подарочных открыток именных с моими работами. Они разошлись большим тиражом. И большое спасибо фотохудожнику, хочу сказать, Сергею Гевелюку, который делал фотосессии моих работ. Большое спасибо Максиму Любачевскому за то, что он сделал такой чувственный фильм о моем творчестве. Большое спасибо очень одаренному, молодому, креативному фотографу Станиславу, который меня, Калач его фамилия, который снимает такие пейзажи, что у меня просто сердце начинает учащенно биться. И руки тут же тянутся красоты. К пяльцам, руки да. тянутся к лентам. Да. Вот здесь, кстати, на открытках еще вот наоборот написано, да, вещи ручной работы – роскошь. Иметь их каждому не обязательно. Кто хочет их получить, либо платит мастеру за труд, либо делает это сам. Коко Шанель. Саша, ну что ж, две минутки у нас остается до окончания эфира. Саша, я не могу не упомянуть, что я сейчас занимаюсь живописью с художником Михаилом Кузьминых. Ну и в конце передачи вы хотели обратиться. Дальше. Я хочу сказать всем вам, я знаю, мои друзья, вы болеете за меня, переживаете, вы смотрите эту передачу, и я вам хочу сегодня сказать огромное спасибо за ваши эмоции и прочитать вам несколько слов. «Все начинается с любви». Твердят, вначале было слово, но я провозглашаю снова. Все начинается с любви, все начинается с любви. И озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви, все начинается с любви. С любви, я это точно знаю, все, даже ненависть. Родная и вечная сестра любви, все начинается с любви. И я хочу, чтобы в вашей жизни все не только начиналось с любви, а ваша любовь продолжалась и наполняла ваше сердце. Поэтому не бойтесь никогда начинать и начинать творить. И ваше творчество, оно абсолютно перевернет всю вашу жизнь. И, конечно, не могу я сегодня сказать два слова благодарности своему мужу, который всегда поддерживает меня и позволяет мне творить. Большое спасибо. Ну и вам спасибо огромное за ваше творчество. Действительно, это удивительно. За очень короткий промежуток времени вы добились международного признания. И самое, наверное, главное, что вот эти работы, которые вот находятся перед нами, это маленькая толика того, что вы сделали, оно действительно оно пропитано любовью, оно звучит, и оно такое впечатление, что даже источает какой-то вот аромат, даже если это просто ленты, но ты чувствуешь запах этого букета. Спасибо, это потрясающее спасибо, совершенно ощущение. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам и прийти не с пустыми руками. И надеемся, что в наших дальнейших встречах вы нас спасибо, порадуете Саша. Своими работами. Спасибо, спасибо вам большое.